жизни, как о жизненной ситуации. То есть бывает такой действительно в семье, какой бывает. Мы присоединяемся к некому мнению. Было интересно. А как вас мужчины? Дорогие женщины, всего самого хорошего, процветания, любви, благополучия и мир в наше время. Но спектакль вам понравился? Да. Вы часто ходите в театр? Или вот приятно, что приехал сюда театр? Ну, приятно, что приехал. Очень неудобно, что приехал театр сюда, что не надо тратить время на дорогу. Очень хорошо, приводили бы чаще. Мы будем очень рады.